Всем привет! Вы на канале Железное Сердце, с вами Lord Voodoo. И Вандал. Мы играем Dead Space 3. Здесь мы остановились в прошлой серии, теперь нам надо идти этих какашек убить всех. А я решил, что-то они здесь странные какие-то все. Залазь обратно. Почему странные? Твою мать, он залез сюда, сволочь. Кто? Да тут хер этот. Сюда забрался ко мне. Я тут вроде как, типа, не при делах. А ты ему не рад был, да? Ну да. Ну я решил просто тут в сторонке постоять. Понятно. Сверху. И получается, что не получится так. А я тут топчусь. Нет. Топтун. Ну. Полезли. О, какую-то шнягу нашел. Да, вижу. Что это такое? По-моему, ух ты, старенький бот будет весьма похож. Это кибернетическая черепаха. Похоже? Ага. Слушай, ты какую-то хрень себе налепил. Что это за фигня вообще? Тебе пригодится. А, слушай, это третье оружие можно. И что с ним делать? Это робот какой-то, прикинь. Я его посадил, блядь, теперь он ползает. Не топчи. Ты что ты делаешь? Как его теперь обратно зацепить? Не знаю. Я что-то не пойму, что с ним делать. Он за мной теперь ползает. Он будет тебя защищать, наверное. Не знаю. О, вот это взрывается, я знаю. Блин, он теперь целиться мешает. Ну да, это оно что. Тоже посадил черепашку. Лена, катается за нами теперь. Что это за херня вообще? Что? Это этот. Лумоход какой-то. Ну да. Эти черепашки. Не знаю для чего, правда. Такого раньше не было. Все, побежали. Надо посмотреть, куда бежать. Может, нас роботы приведут в нужное место? Может, смотря не вперед нас поехали. Да, вижу. Прикольно. Особенно на твой попадет. А счет взял что-то мой. Топчи, топчи. Топчи, топчи. А, сзади. Ага. Очень. Вон там еще сверху был. Где? Ну там сверху. А где роботы? Чем они занимаются? Я не пойму. Ну, не куда? Знаю, их, наверное, съели. Куда они уехали вообще? Вон сверху, видишь? Я не вижу. Вон там. Ну не вижу, зато сзади. А, теперь вот стреляй по этой светящейся двери, это подрывники. То есть стреляешь в нее. Ага. Короче, подальше их лучше убивать. О, сзади. Блин, на линии огня не стоит. Да ладно. Я ж топтать буду. Да я понимаю, ты поможешь. Вон, сейчас. Вон опять. А, слушай. Беги оттуда, блин. Ай, сзади, прикинь, они везде. Не стреляй только по этой фигне. Блин, чуть не сдох. Ёпара, тут ни хер, я сдох. Давай. Что-то не взрывается. Взрывается, взрывается. На, ногой. Стремительно как-то умер я так. Непонятно. Что-то у меня патроны, эта модификация не подбирает нифига. Да это какая-то вообще шляпа непонятная была, считаю. Гляд, вот этот чувак. Да, да, вижу, крутится. Это хребет. Бедно, несчастный. Кусок хребта. Тут можно проапгрейдить что-нибудь. Бля, мелочок такая. Да, вижу. Давай их убьем, пока они еще не родились.
Да не ходи ты, блин, туда-сюда. На. На. Да ё-моё. Да ёлки. Сейчас я оживлю. Оживлю. Ага, оживлю. Не ходи ты туда-сюда, на... Да как же топтать надо их, по-любому надо. Да я понимаю, я пока выпускаю это оружие, потом пока поднимет, меня уже они подбегают, эти перцы. На линии огня не беги, не стой. Не первый раз так убивают. Уже оружие опускает, ну хера. Давай, я лево, а ты право. Это наоборот, это. Быстро довольно. Малая аптечка. Вот на столике что-то есть еще. Текстовое сообщение. Читать надо. Слишком много букв. Гидравлическая оружие, тяжелая стандартная станина, модификатор оружия. Урон хочу поднять. Темп стрельбы, перезарядка. Ух ты, я открыл слот. Что-нибудь создаешь? Не, ничего нету, чтобы создать. Я только темп стрельбы увеличил. Сейчас скажу, как она называется. У лазерной винтовки и все. Потому что она какая-то чересчур медленная, блин. Я что-то сделал, только не знаю, что. Бывает. Пойдем. Да, я тут что-то. Ты опять это мелочевка делает. Но. Да. Блин, слушай, это винтовка лазерная, она вообще ни о чем. Против вот этой писюшни. Писюшни. Ну а как ее назвать? Не взрывается. Не, не взрывается, когда по ним стреляют. Так, не взрывается. Ну, она может добежит. О, глянь, какой, какой пузан. Я его тормознул, стреляю по ним. Пойдем топтать его. Да я не советую, потому что толстый какой-то чересчур. Сзади. Ёлки. Чё со мной? Тебе кокнули, что ли? Да я в дауне, короче, да, походу меня кокнули. Сейчас. Он пузан, он плодит этих мелочевки. Я же и говорю, сзади там смотри. Его да, топтать надо. Вижу, вижу. Сейчас тебя подхилю. Ага. Я просто пролез. Кровяки это свои. Тяжело так дышим. Какая-то перезарядка была. Слушай, достаточно одному взять, и у меня тоже самое берется одновременно. Ну точнее, мне тоже показывает, что ты взял как бы. Ну я ничего не брал, у меня перезарядка. Так он подпрыгивает вообще. Да, вообще весь. По-моему, он уже хана. Не, можно и не топтать. Ну, правильно. Чего? О, сзади. Я вижу. Ты все-таки любишь топтать? Ну да. Когда топчешь, патронов меньше тратится.
Ну это да. Только единственное, что надо туда топать ногами к нему. Это что за штука? Опять что-то взламывает? Верчу-верчу, захопить хочу. Столкновение площадок. Блокировать вагонетку надо. Разблокировать вагонетку. Сюда? Да, ага. Вижу. Бакл, вот меня. Еще вообще бак назвали. Наверняка. Угу. О, опять не. О, Леш. Ух, ё-моё, что это за аупка? Ты любишь это потопчи? Ух ты, ёлки. Мне голову оторвало. Ну я тебя воскресить пытался, но, видимо, без головы. Это очень сложно. Не удалось, да? Ну да. Я ж хотел поближе посмотреть. Хотел потом, да. Впереди поближе посмотри. Что-то подобралось. А мне ничего не подобралось. Так, это что такое? Опять лифт. Короче, я понял, это игра стандартная. То есть проходишь ее, собираешь всякие трофеи, всякие штучки находишь. Потом, когда при следующем прохождении, у тебя это все будет уже. То есть тебе будет уже легче. Ну так это новая игра плюс, а не когда новая игра. Не, совсем новая игра будет, по-моему, сохраняться. Должно. Ну, новая игра плюс, я же говорю. Ты что-то там уже нашел, давай подойдем к стаку. Да. Зарядка плюс урон. Нажимаем кнопочку. Ёлки-палки, тут что-то крутить надо. Защищай меня. Да блин, аж у станка сейчас вылезу. Ты тоже у станка? Ну да. А мне в спину бьют, блин. В смысле тоже? Кто еще тоже у станка? Кто тебя в спину бьет? Ну да, ты умер. Я тут подбежал к станку, ну не к станку, а это к пульту. Там какие-то ящики крутить надо. И кто-то меня в спину ковырял в этот момент. Там просто плюхи всякие мы понаходили, хотелось бы добавить своему окружению. Вот, вот, пункт, видишь? Давай я тебя буду защищать. А, хочешь сказать, что я крутить должен? Да, ты же крутильщик у нас. Поехали. Ну что, поехали. Первый готов. Третий готов. А, меня бьют. Четвертый готов. Две осталось. Последний остался. Все, есть, собрал. Я теперь тебе на помощь иду. Блин. Вроде все. Вон еще сверху большие пришли. Большие, чем большие. Ё-моё, что это было? Полечи меня. Лечу. Да вроде все, им хана. Опять полечи. Или не хана. Лечу. Теперь я тебя лечу. А, теперь меня лечу. Все, съели. Блин. Так нафига ты туда побежал надо? К ним? Зачем топтать, тебя убили они.
топтать, топтун. Заново что ли? Нет, по-моему, уже работает. Я заметил. Нихер бежать такие. Вот они. Что-то я не понял, что это было. Спину тебя. Вот сволочь. Они блюют. Да, блин, да какого хрена? Кто? Еще сверху. Опять сверху. Да вижу. Еще там справа от тебя. Жесть. Слушай, они вообще не кончаются, что ли? А где наши роботы? Да хрен же их знает. И нихера они не собирают, я так понимаю. Урода долбаные. Я не знаю, для чего это вообще. С чем это связано? Hey, commander. У меня жизнь вообще еле-еле не соплёт. Ну, поднялась чуть-чуть. У тебя хилок нету? Все, поднялась, подобрал что-то где-то. Угу. Так, ладно, что там дальше? Ладно, что там геморрой мы прошли. В основном туда, куда-то вверх. Ох, урод, блин. И долбанул меня, скотина. Все, друг. Нравишься ты ему. Ну у тебя же не зацепился, тебе не пришлось секса. Ну да. Козлина, блин. О, лифт засломал. Ага. Ты этого боялся все с начала игры, теперь это получил. Сейчас что-то будет. Надеемся. Так какого? Да, какие плакаты тут красивые. Где? Ну вот, на стену. Солдафоном садим. Какие-то ящики гоняют. I'm in army now. А? Это ящики гоняют. Где? А вот. Я какой-то дядьку на ЖК экране вижу. Ага. Ты зашел ко мне? Да, да. А ты не видишь меня? А, вот теперь вижу. Все, полезный, наверное. Что-то гоняет какие-то. Mm? На экране ты ж видишь мужика? Да, гоняет каких-то там. Вижу, вижу. Силой мысли. Mm-hmm. Ну, кто-то гонял. Ну нахрена ты ящик тут? Ёпара, теперь его вынать, это что его разбить можно было? Ну я же его и хотел разбить. Ну ты его запульнул туда, футболист, блин. Я пройти не могу. Ну что ж ты? Я залип. Ты его запитал сюда, я пройти не могу, прикинь. Сейчас я вернусь. Посмотри на тебя. Ну посмотри на туре. Ты его запинал сюда? Какого хрена? Развернись. Это пипец, ты какой-то монстр, мне не нравится. А ты же топтать не надо, их только топтать не можно. Я пройти не могу, тут вот хер висит. Вот, я не могу продвинуться, ты прикинь. А кто висит тут? Я не знаю, вот ты пролез. Ну открывай. А я не могу. Я не могу пройти, ты прикинь. О, могу, ты протолкнул его своей жирной задницей. Да, я пройти не мог.
Слушай, я через него перейти не могу. Да через кого опять не можешь пройти? Да через... Ну, труп лежит, а через него перепрыгнуть не могу перейти. Все, перешел. Не могу перейти, все. Да я даже трупа не вижу никакого. Там труп лежит. Вот, он лежал как раз в проеме, в дверном. Собственно, ты его туда ногами запулял. Ну, а мне это не показывало. Ну, а ты не видел, я на месте танцевал там. Ну, я видел, танцевал, но там ничего не мешало тебе. Ну, вообще, мне мешал труп, которого ты запулил. Весь этот ящик теперь. Какой-то. Тестером быть, наверное, на любой игре. Патологически везет на глюки. Ну, уже полез куда-то. Ну да, только это не глюк. Напарник заблагитировал. О, смотри, выламывает ящик. Только без рук. Думаю, видимо, и так хорошо. А он будет переживать по этому поводу? Ну, я думаю, он уже переживает, видишь, он... У него новые вырастают. А, ему бесполезно что-то делать, надо валить от него подальше вообще. Если так сказать, верить предыдущим частям. А, там еще один такой же. Вот особо опасный он. Он был в этом. Ай, твою мать, беги от него. Что, мы заперлись вообще? Ты сейчас лестницу заблокируешь. Я уже пишу. Топтать надо его. Да у него все отрастет по новой. Ну и ладно. Залез. Да. Я уже где-то. Черти где от тебя. Красавчик. Что такое? Тебя убили? Нет. Молодец, что бежал. Так. Ну я здесь где в прошлый раз кокнули. Все, сейчас закроется. Все, давай, пойдем дальше. Или ты будешь собирать что-нибудь? Да ладно, раз уж ты не хочешь. Ты сейчас опять попрешься, и тебя опять убьют. А там, походу, из-за того, что ты у станка стоял, следующая дверь не открывалась. Это не вот, если что. Это другой. У меня тоже все время не рится. Не вот? Вот она, дверь эта не открывалась, пошли. Хрен там. Все. Что? Все. Заходим. Нравится у меня. Все, побежали. Видишь, садись на поезд нашел. Нихрена он быстрый. Да есть немножко. Вот, пришел. А? Пришел поезд, по-моему. Сзади. Да вот, пришел, ничего не пришел. Я, допустим, не вижу, что он пришел. Ёлки-палки, я сейчас сдохну. Лечись. А вот теперь пришел, заходи. Быстрее заходи. Зашел. Все. Фух. Это жестоко было. Так, о, блин, тут надо еще выбирать, куда ехать, куда поедем. Мы сейчас на корме. Центрального или в нос судна? Ничего не мигает, никакая точка. Никакая. В общем, короче, в центральном. Мы сейчас в попе, да? Ну да, мы по порядку освещения. Ну да. Стоянку челноков найти, да? Ну да.
стоянку челябинцев. Лаваши еще. Тут долго мы в пятой главе шастают. Ну, нас сколько раз убивали, нифига себе. И конструкторов слишком много. Для этого акта. Приехали. Теперь можно пяточком посверкать. Карточку нам. Сейчас будем карточку искать. Всю шестую главу. Мультик. Видимо, нам не сюда. Напарника поехали. Ждем. Где? Что не сюда? Вот где я стою. У пульта. А, вижу, вижу. Написано, ждем напарника. Ты его дождался. Угу. О, наша любимая фигня. Блин, ну, давай быстрее. Не успел. Да. Че, пинг такой, что ли? Да нет, просто я там думал, можно проехать, и нифига. Как они сделали ловко, да? А то. Скрыли. За хрень тоже непонятно, а где открыл? А. Станок. Может, робот опять тихо приехал, наш любимый? Да он вообще-то приехал. Писали. Надо его опять пустить. Вот он. Вот, видишь. Красавчик. Что-то собирает там. Вот немного, конечно, но что-то старается. Да нифига себе, немного, 536 полупроводников у меня уже. Я не знаю, куда их вбухивать, правда. Тут можно, видишь, еще эти ячейки для апгрейдов. Ну их да, я открываю. А у меня не хватает ни на что, охренеть. Звучатель Тесла, что за хрень? Гидравлическое оружие. Так, что-то собрал. Новинка какая-то. Вольфрам. Ты только одно оружие улучшаешь, другое не улучшаешь. Да одно другого ничего не остается. Пока одно. Там, собственно, ячеек-то для апгрейда не так уж и много. 4 штуки у меня. Все как бы. Систему апгрейдов изменили. Угу. Не как раньше. Так, робот отпустил свою? Нет, ну да. Все, мы пополз. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, с вами был Лорд Вуду и Вандал на игровом канале Железное Сердце. Продолжение следует. До новых встреч, пока. Пока.